Пихта одноцветная компакта. Компактный сорт, как вы поняли. Крона очень пышная, очень мягенькая на ощупь. Обратите внимание, у нее очень интересные иглы. Они голубовато-зеленого цвета, но при солнечном освещении они прям серебром светятся. Это что-то невероятное. Главное украшение этой пихты – это пыльнички, которые сейчас появляются. Они нежного пурпурного оттенка. И, конечно, шишки. Шишки розово-малиновые. На фоне вот такой хвои они смотрятся просто как новогодние игрушки. Когда-то эта пихта достигнет высоту 4 метров, но это будет очень-очень нескоро.